Всем привет! Меня зовут Зина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с компьютером и его возможностями. Сегодня мы продолжим работать с Total Commander, файловым менеджером, который дает возможность легко и просто работать с документами и папками на вашем компьютере. Можно, к примеру, настроить программу так, чтобы контекстное меню файла вызывалось при помощи правой кнопки мыши. Выбираем в панели задач раздел «Конфигурация», «Настройка», «Основные операции». Затем в пункте «Выделение мышью» ставим переключение левой кнопкой, как принято в Windows. В дальнейшем вы можете переименовывать, удалять и копировать файлы, как в Windows, пользуясь правой кнопкой мыши. Чтобы облегчить себе работу с этой программой, изучение настроек очень даже не помешает. Для этого зайдите в пункт меню «Конфигурация», «Настройка» и откроется такое окно. С помощью настроек вы сможете менять язык интерфейса, оформлять окна, отображать скрытые файлы и многое другое. Для копирования файла из одной папки в другую необходимо открыть папку, в которой находится нужный вам файл в одном окне, а папку, в которую планируется этот файл скопировать, в другом. Затем при помощи левой кнопки мыши нужно перетащить файл из одного окна в другое. Для этой функции можно использовать и горячую клавишу F5. Как видите, это просто. В следующем выпуске научу вас делать скриншоты. А на сегодня это все. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.